Нам надо свыкнуться с мыслью, что сегодня и далее нам придется думать головой и работать руками. Потому как самый честный человек в правительстве, министр финансов, дал абсолютно оптимистичный прогноз, что Россия в текущем состоянии будет пребывать в следующие 10 лет. Вернув в памяти годы советского застоя, когда мы думали головой и работали руками, скажу, меня это устраивало. Тот же, кто, не сократив привычные расходы, живет по стремительно снижающимся доходам, скоро это поймет. Но земля нас покормит. Но жизнь-то продолжается, а значит, надо жить, делая все своими руками и не переплачивая за товар. А место, где с вас не дерут три шкуры, находится на торговых рядах на автомобилистов. Человек, который владеет информацией, владеет миром. Нас попросили объяснить, как все-таки найти этот павильон «Строй-Урал-Опт». Но это не павильон, тут склад, тот самый магазин, теперь уже «Сельмаг», в котором, вы помните, да, ножи «Трамонтино» вы находили. Итак, торговые ряды на автомобилистов, как проехать? С вокзальной направо поворачиваете. Ну, тут, в принципе, ясно будет, до угла не доезжая. И вот в этот замечательный угол. Почему все в углах располагается? Потому что самый запасливый и умный, он, ну, как бы защищает свою территорию. Теперь та информация, которую я вам могу донести. Абсолютно реально построить дом, хороший теплый дом, очень быстро и дешево. В Америке сейчас такие дома стоят 15-20 тысяч долларов. Из чего они сделаны? Ну, во-первых, нет никакой необходимости на 20-30 лет, ну, допустим, вот вам 60, да? Ну, или 50, или даже 40. Строить дом из шлакоблока, когда вполне возможно сделать его из фанеры, из дерева и пенопласта, либо специальных теплоизоляционных материалов. Теперь почему очень удобно экономить со «Строй-Урал-Оптом»? Да потому что здесь, ну, всегда есть такие подарки. Вот, к примеру, если вы берете себе вот такой пакет из овера, а его хватит на стену, ну, квадратов, наверное, 4, то при покупке 5 пакетов, 6 в подарок. То есть, если вы, допустим, все-таки решили грамотно построить, посмотрели в интернете эти, конструкцию этих домов, то получается, что 6-я комната из вашего богатого дома будет вам в подарок. Без этих современных материалов действительно не обходится ни одно строительство. Наша ментальность ведь не понимает, что дом из горючих материалов простоит всю нашу жизнь. Ведь мы же любим строить из холодного шлакоблока, а потом его утеплять и защищать. Теплогидроизоляционные материалы действительно упрощают ваше строительство. И нет необходимости огород городить и делать стены в метр толщиной. В принципе, достаточно и вот такой стены, если она из пенопласта. Еще раз напомним, 10 сантиметров пенопласта заменяет почти полметра кладки. Сгорит ли он? Ну, это, в общем-то, другой вопрос. Так и обычный дом сгорит. Просто вовремя застраховав, можно, в общем, поиметь достаточно хорошую выгоду. И если вы часто ездите в сторону Екатеринбурга, вот те кафешки, которые стоят, они созданы вот по этому образу и подобию. То есть рамная конструкция и все. И именно поэтому в магазине «Строй-Урал-Опт» здесь на торговых рядах на автомобилистов такие низкие цены, потому что здесь базовые материалы из того, из чего начинается строительство. У вас же нет необходимости в Магнитогорске при наличии цемента магнитогорского строить из привозного, допустим, ну, из Австралии. Ну, это глупо. То же самое глупо наворачивать, если эти материалы, они закрываются потом отделочными материалами. И для крепежа таких материалов здесь тоже есть все. То есть самый продвинутый крепит саморезами, самый экономный прибивает гвоздями. Еще раз напомним, что сегодня столько технологий, что из торгового центра, построенного из блоков от растасканных сельских свинарников и коровников, можно сделать конфетку. Работая же грамотными инструментами, экономя на строителях, 90% из которых хронические алкоголики, варьё и лоботрясы, не экономя на качестве, своими силами можно легко построить дворец. Конечно, песни на горло нельзя наступать, но приходится, все-таки ограниченные рамки эфира. И раз уж мы в этой части сюжета рассказываем новости от «Строй-Урал-Опта», то только потому, что очень интересно рассказать о том, что появилась новая линейка электроинструмента «ProRab». Этот электроинструмент при всех
показателях имеет ряд существенных преимуществ. Ну, преимущество номер один. Этот инструмент достаточно мощный. И если сравнивать аналоги, допустим, электролобзика, болгарки, пилы дисковые, рубанка и перфоратора, то аналоги других фирм стоят дороже. Причем, ну, сумма приличная, на 700-800 рублей. Но в StroyRal Opti есть еще такая штука, как презент. То есть, если вы выбираете какой-то из этих инструментов, ну, в количестве две штуки, то есть, к примеру, нужна болгарка и перфик, то вот такая ударная дрель вам в подарок. И опять же про то, что вы не видите, но это вам необходимо. Потому что, ну, допустим, согласитесь, клей для плитки, вы же его не видите, он под плиткой, под кафель, смысл переплачивать. Вот. То, без чего нельзя сделать ремонт, так это без монтажной пены. Естественно, здесь есть пена, ну, дорогая, ну, в смысле, бренды дорогие, но они тут дешево стоят. Я бы все-таки остановился на, ну, для бытового применения. Большой баллон, цена 99 рублей. Просто халява. Вот. Но есть еще такой веселый баллончик. Тоже 176 рублей. То есть максимально комфортный и дешевые цены, это только, пожалуй, здесь. И это, несомненно, привлекательное предложение для тех, кто все-таки решил заработать на ремонте и строительстве. Да потому что магнитогорцам все так же не хватает квадратных метров. А ориентируясь на то, что в кризис все нормальные люди, поняв, что не в джипах счастье, принялись плодить детей, простор для творчества имеется. Как и ассортимент, о котором уже говорилось. Ассортимент товаров для жизни. Ведь не все же меряется ремонтом и строительством. Потому как порядок – вещь, по сути, недостижимая в жизни, которая стремится к беспорядку. И это нормальное явление. Обновление, реконструкция и развитие. И тот, кто понял, что жить надо, трудясь и работая руками, проживет гарантированно дольше. Так как же нам удается в одной передаче рассказывать о фирмах, которые располагаются в одном и том же месте? Ну, «Бригадир», «Твой дом», «StroyRal Opt». Не пересекаться и не сталкивать их лбами. Да все очень просто. Это все абсолютно разные фирмы. Вот StroyRal Opt, он заточен на широчайший ассортимент необходимых вам товаров, если вы умеете делать все своими руками, либо умеете считать деньги. То есть то, что необходимо для строительства, как то гвозди, электроинструмент, утеплители, клей, вот это вы здесь найдете. За всем остальным, ну вот «Бригадир», допустим.